члена правления нашего Московского городского научного общества Владимиру Анатольевичу Парфенову, профессору, заведующую кафедрой нервных болезней и клиники нервных болезней Первого медицинского института, или теперь это МГМУ, это университет, но мне все равно, я кончал Первый медицинский институт. Вот, и мы поговорим, точнее он поговорит, про болезнь Альцгеймера, которая встречается в терапевтической практике все чаще и чаще, но, к сожалению, терапевтам плохо известно. Пожалуйста, Владимир Анатольевич. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Вот видите, здесь я скажу клиник, который я представляю. Вот видите, здесь это 1890 год. Да? Это современный вид клиники. И надо сказать, что в этой клинике работают врачи, которые ставят этот диагноз. Поэтому у меня есть все основания рассказывать о той болезни, да, в которой, я думаю, эта клиника и ваш покорный слуга все-таки лидеры в нашей стране. Вот содержание моего выступления. Сначала болезнь Альцгеймера, потом реальная клиническая практика. Она во многом не соответствует реальности. И дальше вопросы терапии. Но первое, видите ситуацию. Вот это Алойс Альцгеймер. Это Августина. И когда они встретились, Августине было 50 лет. И Августина была слабоумна. Она была почти ровесница Алойса Альцгеймера. Это удивило. Все отдают себе отчет, что все-таки, да, но в 50 лет не надо быть слабоумным. Алойс наблюдал эту женщину. И дальше, когда она умерла от другой причины, провел ее аутопсию. И что он обнаружил? Почему эта болезнь не получила? Вот здесь, видите, есть так называемые, да, включения бета-амилоида, амилоидные бляшки, и другие включения нейрофибриллярные в нейронах. И вот эта основа, изменения в головном мозге, которые сочетаются с этой болезнью, и послужило тому, что болезнь в настоящее время называется, да, болезнь Альцгеймера. Дальше, современные представления об этом. Вот, даже мне посчастливилось быть в разных странах и видеть людей, которые занимаются этой проблемой. Количество финансирования в разных странах в этом направлении громадно. Я, естественно, сама лекция про патогенез может занимать часы, но я позволю кратко еще раз. Что же в настоящее время мы знаем? Да, вы знаете, вот это скопление бета-амилоида в нервной системе. Оно негативно влияет вот на эти нейроны. Основное воздействие. Дальше видите накопление тау-протеина уже в самих нейронах. Тоже негативно влияет на функционирование нейронов. И, наконец, видите, нейрофибриллярные, да, включения, которые могут образовываться в нервах. Значит, основной патогенез – это церебральный амилоидоз. Он отличается от всех других форм амилоидоза, которые хорошо известны терапевтам. И поэтому, вот видите, 20 лет активнейших исследований посвящены тому, чтобы, конечно, детально изучить эти процессы и постараться воздействовать на ферментные системы, которые замедляют дополнительное образование бета-амилоида и тау-протеина. Количество исследований одних, контролируемых, естественно, да, рандомизированных, с плацебо, огромное. И все-таки, видите, получилось, что год назад впервые, да, в Северной Америке зарегистрировано лекарственное средство от лечения этого заболевания. Теперь эпидемиология. Видите, в принципе, если человек глупеет, в большинстве случаев это болезнь Альцгеймера. В мире, видите, огромное количество пациентов. В России, по-видимому, 2 миллиона, а реально диагноз поставлен всего 10 тысяч. Потому что, видите, таких лекций очень мало. У нас громадное число лекций по хронической ишемии мозга, цереброваскулярным заболеваниям этих лекций. По болезни Альцгеймера, ну вот если посчитать, вот, наверное, я один из лидеров, да, есть еще, кто читает подобные лекции, поскольку я как врач ставлю диагноз, наблюдаю пациентов, и вот кафедра, которую я представляю, активно работает в этом направлении, у нас много диссертационных работ, и я себе отдаю отчет о том, что это очень распространено. Теперь единственные все вопросы, как же это проявляется? Вот здесь показано самые характерные симптомы, их может быть несколько. Это снижение памяти на текущие события. Человек забывает события текущего дня, самый распространенный симптом. Другой, так называемое зрительно-пространственное нарушение, теряется человек.
Еще более редкий вариант – это нарушение речи. Ну и конец четвертый – это определенная замедленность, да, в различных когнитивных сферах. Но в принципе 60-70% – это прогрессирующее нарушение памяти на текущие события, как первый дебют заболевания. Кроме этого, есть эмоциональные нарушения. Поведенческие нарушения, как правило, возникают уже на средней стадии заболевания. И самое основное, вот где, да, мы можем говорить о деменции, это в том случае, когда нарушается социальная и бытовая адаптация. Я вот всегда задаю вопрос, может ли профессор читать лекции с болезнью Альцгеймера, читать лекции? Не обязательно, естественно, по болезни Альцгеймера, запросто, если не будут задавать вопросы. И просто вот реальный мой опыт, поверьте, знаешь, профессор, да, с болезнью Альцгеймера, читает лекции. В чем его студенты подловили? Оказывается, он вышел читать лекцию и прочел ту, что читал накануне. Он забыл об этом, что же на эту тему он читал. Но студенты через 10 минут раскусили все его проблемы, сказали ему об этом, он очень расстроился. И тогда его близкие направили к нам. Поверьте, нам удалось ему помочь. Не знаю, как это было уже несколько лет назад, но, по крайней мере, в ближайшее время он свою деятельность продолжил. Поэтому, видите, вот постановка диагноза – это, конечно, удел неврологов. Еще мне часто задают вопрос, кто ставит диагноз болезни Альцгеймера, неврологи и психиатры. Я сразу скажу, это шифр G35. Это неврологический шифр. Все дело в том, да, психиатры, они решают вопрос о дееспособности. Вот, собственно, понимаете, это же громадная проблема. Человек недееспособен, а он может располагать средствами и так далее. Вот вопрос, да, собственно, слабоумия, недееспособности, конечно, решается психиатром. Вот здесь взаимодействие. И поэтому, вот как невролог, я имею все основания обсуждать эти проблемы. Если меня спрашивают, а вот какой такой простой пример, что надо забыть, чтобы уже предположить, что у тебя болезнь Альцгеймера? Здесь есть просто анекдот, поверьте. Вот если ты забываешь, что кому-то должен, это не страшно. Но если начинаешь забывать, что тебе кто-то должен, тут беги к специалисту, поскольку есть, да, определенные проблемы, есть вещи, которые нельзя забывать в этой жизни. Ну и дальше ведь встает вопрос. С возрастом люди не умнеют, но, к сожалению, не умнеют. Вы видите, здесь реальные процессы, которые проходят. Первое – это замедление процесса. Максимальная скорость процесса – это вообще 20 лет. Вот все эти геймеры, да, вы знаете, которые играют, им 14-18, для них 25 лет, старики. Выигрывают, кому 14-16, это скорость реакции. Конечно, могут быть, да, изменения и в других функциях. Для этого есть определенные нормы, но в принципе, да, есть примеры и до 100, и так далее лет, человек может сохранять именно когнитивные функции, а их снижение, оно ассоциируется с этим заболеванием. Мы точно так же в отношении зрения, да, суставов знаем, можно дожить, да, до возраста 100 лет, не имея проблем с этим, можно. Не всем это удается, но, по крайней мере, вот есть определенные возрастные изменения, и когда мы проводим оценку вот высших психических функций, мы всегда их учитываем. Ну, дальше, вот, в принципе, критерии, да, снижения когнитивной функции. Вот видите, первое – это норма, то есть человек ни на что не жалуется, да, и если его проверить, все будет абсолютно нормально. Следующий вариант – это субъективное когнитивное расстройство. Человек чувствует, что-то не так, да, как-то не такая цепкая память, а при этом все нейропсихологические обследования говорят, у тебя все нормально. Следующий вариант – это умеренное когнитивное расстройство. Здесь и тесты выявляют, я их покажу, хорошо знаем, что что-то не так. То есть это подтверждение того, что есть снижение вот функции. Ну и дальше, видите, идут уже, собственно, деменции. Это те случаи, когда вот эти изменения памяти, сообразительности приводят к тому, что человек не может функционировать. Например, естественно, врач не сможет смотреть пациентов, да, реально, понимаете. Здесь есть примеры, когда врачи еще с деменцией работают. И, понимаете, у меня есть несколько пациентов, которые, да, продолжают это делать, но это уже несколько другие вопросы. Да? Но, в принципе, мы здесь высокопрофессионально решать те задачи, которые необходимы в профессиональной, иногда социальной, бытовой деятельности. Крайне сложно. Уровень, да, дальше, вот я показываю, видите, следующий слайд, вот видите, такое дерево. Ну, вот понимаете, это легкая, да, деменция, это средняя, это выражено. Собственно, на стадии легкой деменции, да, это заметно, человек не может активно функционировать, он не может решать свои финансовые дела. Потому что, видите, мы иногда, знаете, вот
По телевизору нам часто показывают, да, пожилая женщина пришла в магазин и сделала что-то, ну, с позиции как-то вот такой, ну, куда-то сырки положила, да, забыв о камерах. Вот считают, вот, особенность этого человека, думают, вот, может, какие-то социальные аспекты, и никогда не учитывают, что вот если человек начинает делать глупости, то это может быть связано с этим заболеванием. Вот это легкая деменция. Средняя деменция, к сожалению, здесь уже человек нуждается в помощи в самых различных сферах. Да. Ему можно оставить, но желательно, да, контролировать. Ну и, наконец, выраженная стадия, когда человека нельзя надолго оставлять одного, тут требуется уже уход, и это целая, видите, проблема. Да. Тяжелые когнитивные нарушения, просто предполагается, что это в большей степени, да, уже место для интерната этому пациенту. Как диагностировать когнитивные нарушения? Первый вид, это всегда, как вот здесь общество терапевтов, диагноз клинический. И поверьте, здесь достаточно такого опытный врач, он это предположит очень быстро. Вот когда ко мне приходит пациент, начинается обсуждение, беседа, я уже через несколько минут с высокой вероятностью предполагаю, что он, скорее всего, это, именно это заболевает. Основа, значит, клиническое обследование, сбор жалоб, анамнеза, дальше я покажу. Нейропсихологическое обследование. Ну и, конечно, дальше лабораторное обследование, КТ, МРТ головного мозга. Вот на основании этого поставить диагноз можно с вероятностью, ну, будем скажем, там, 95%. Несложно, если эти все случаи типичны. Вот в научно-исследовательских целях это определение биологических маркеров. Я вам говорил о бета-амилоиде. Вот есть методы, которые позволяют доказать, что его много в головном мозге. И есть генетика. Есть определенные, да, например, АПЕ4, да, вот если он есть у человека, да, вероятность того, что будет болезнь Альцгеймера в 14 раз больше, чем у людей, у которых это нет. Ну и есть это еще более редкие наследственные случаи этого заболевания. В принципе, это в большей степени интересно, конечно, в научно-исследовательских целях. Как мы диагностируем? Ну, считается, что даже терапевты должны проводить вот эту краткую шкалу оценки психического статуса. Кажется, ничего сложного. Но поверьте, чтобы участвовать в этих исследованиях, я в свое время несколько раз был сертифицирован. Это задать определенный вопрос. Я постоянно это делаю, это должен быть какой-то навык. Но далее, почему эта шкала считается одной из самых главных? А вот смотрите, как она коррелирует. Вот столько-то баллов, всего 30. 28-30 – это норма, 24-27 – это умеренный, а дальше идет деменция. То есть классическая шкала, и, конечно, неврологи, которые на этом специализируются, должны. Предполагается в некоторых странах, да, что, в принципе, и терапевты должны провести это обследование. Но пока вот в нашей стране это не входит в должностные обязанности, и поэтому, в принципе, вот, вы ставите вопрос, как поставить диагноз. И если родственники говорят, да, что человек сдал, вот, вы выясняете, снижение памяти на текущие события, заблудился в тех местах, где не надо заблудиться, есть какие-то неточности в выполнении действий. Конечно, да, консультация невролога. Единственный специалист в этой области. К сожалению, часть неврологов не знает, как это делать. Хотя это и входит в их должностные инструкции. Вот видите, анкета простая, а должен быть навык. Должна определенная сертификация. Но далее, многими любимая вот здесь Монреальская, да, когнитивная шкала, она есть везде в интернете. В принципе, она еще лучше выявляет так называемые сосудистые когнитивные нарушения, которые встречаются реже. Тест рисования часов. Чего кажется проще? Нарисовать циферблат, расположить цифры и показать время. Вот видите, 10-бальная шкала. Да, мы это делаем. И, наконец, вот видите, тест один из основных на болезнь Альцгеймера. Запоминание 12 слов. Вот здесь диван, блюдце, тигр. Причем здесь есть семантическое кодирование. Мы просим запомнить эти слова. И говорим пациенту, да, давайте запомним диван, да, что это мебель. Если вы забудете, да, слово диван, я вам подскажу, мебель, и вы должны будете назвать слово диван. Дальше дается задание. Сразу первое воспроизведение, а потом через 5-10 минут повторно. И классика, когда, видите, да, человек при повторном воспроизведении дает худшие результаты. И возникают вплетения, так называемые. Вот он думает, диван было или кресло. Дальше там что было, например, блюдце или чашка. Вот для него уже, понимаете, часто ошибается. Вот это характеристика. Ну, норма, в принципе, считается, там вот двойное это исследование, 12 слов, где-то 20 слов с подсказками надо
запомните. Там есть разные. Естественно, это основной тест, очень характерный для болезни Альцгеймера. Дальше, конечно, вот для терапевтов. Если мы предполагаем, какие исследования необходимо провести, ведь анализ крови. Самые есть заболевания, которые могут ассоциироваться, но здесь гематологические, со снижением когнитивной функции. Естественно, да, диабет, заболевания печени, почек, гормоны щитовидной железы, гипотиреоз, ясно, она ассоциируется, да, снижением когнитивных функций. И вот видите, самое простое, на этом остановлюсь, кажется, концентрация витамина В12, фолиевой кислоты, гомоцистеина. Вот ни в одно исследование, предполагаем, что болезнь Альцгеймера есть, да, снижение концентрации В12 не возьмут. Сначала нормализуйте, потому что есть вариант, что вот когнитивная функция улучшится. И, наконец, серологический скрининг – это, собственно, да, инфекции, которые могут проявляться когнитивными нарушениями. Но теперь самое характерное. Вот, конечно, это томограмма. Вот эта томограмма пациента с болезнью Альцгеймера, и самое интересное, здесь видите в динамике. Вот видите, это мы исследуем височную долю, медиальное отдело, это гиппокамп. И видите, постепенно он истощается, его не становится. Видите? Вот эта часть, это височная доля, это область интересов. Конечно, это знают определенные радиологи. Если не сделать эти коронарные срезы, то вот у нас в клинике, которую я представляю, существует определенная программа. У нас подготовлены радиологи, которые не ошибутся. Если мне иногда приносят снимки, не сделаны вот те проекции, которые очень желательно. Поэтому это тоже навык. Да? В принципе, ведь видите, просто если направлять пациента на томографию, естественно, еще подчеркнуть, да, мы предполагаем именно это заболевание. И поэтому, видите, диагноз, он, собственно, клинический. Постепенное развитие. Утрачиваются когнитивные функции, есть разные варианты, и самое главное, нет других объяснений. Нормальные все функции печени, почек, нормальный витамин В12, нет инфекции. В нашей стране, я сразу скажу, думают, что больше глупеют от поражения сосудов. Я на этом остановлюсь. Вот следующий, да, высокие технологии. Что наиболее характерно, да, в цереброспинальной жидкости, это существенное снижение бета-амилоида и возрастание тау-протеина. В научных целях мы это делаем постоянно. К сожалению, ведь видите, все, что, в чем дело, вот в нашей стране это не сертифицировано. Потому что вот все, что мы в основном это делаем, это в рамках клинических исследований. Дальше вот реально, как течет болезнь Альцгеймера? Считается, 10-20 лет накапливается бета-амилоид и тауопатия, а потом 5 лет возникает умеренное, а потом вот такое галопирное снижение. И поэтому, конечно, воздействие в основном клиническое или вот на стадии умеренных когнитивных нарушений. Дальше видите красивые картиночки. Это позитронно-эмиссионная томография, и реально можно увидеть бета-амилоид. Нам очень приятно, что наши выпускники, одни из в мире, но, правда, не в нашей стране, работают ведущие в этом направлении. Видите, вот этот бета-амилоид, этого можно увидеть, видите, он красненький, желтенький. Вот это норма, не должно быть. Его реально можно увидеть в головном мозге. Вот есть такие методики. Конечно, это даже в той же Швейцарии, я дал вопрос, нет. Когда все ясно, это не делается. В основном это делается в неясных случаях и когда проводятся научные исследования. А теперь... Видите, я, естественно, перехожу к тому, реальная клиническая практика. На первый вид, огромное количество, да, пациентов. Умеренные когнитивные нарушения встречаются очень часто. И идея, если мы что-то получим, уменьшится число людей с деменцией, это рассматривается как такая глобальная проблема. И денег, которые получают некоторые страны, на эту болезнь сумасшедшие. Почему в Соединенных Штатах Америки Рональд Рейган? И потом сумасшедшее финансирование. Мы себя даем отчет, что это финансирование, которое там, оно, количество врачей, занятых вот в диагностике, ведении пациентов с этим расстройством, просто громадно. А вот теперь по данным по Москве. Вы смотрите, как у нас ставят болезнь Альцгеймера, должно быть все наоборот, и как ставят другие цереброваскулярные заболевания, хроническую ишемию мозга. Просто не ставят. Данные Минздрава. У нас, видите, какое количество? 2 миллиона людей с выраженными когнитивными нарушениями. Болезнь Альцгеймера поставлена, видите, меньше, чем 9 тысяч. Это реально, понимаете, да. То есть, в принципе, я иногда говорю, болезнь Альцгеймера – это орфанное заболевание в нашей стране. Но не потому, что, да, его не существует.
Здесь видите, какая хитрость. В свое время вот в больницах хроническая ишемия головного мозга кодировалась по коду, который был более выгоден для отделения, чем болезнь Альцгеймера. И вот только сейчас, полгода почему, да, появился код, дегенеративное заболевание, он выгоден, и начинают ставить. Знаете, ведь когда мы говорим, что-то поменять, надо подстраиваться под интересы врача, иначе ничего не сделаешь. Невыгодный код не ставят. Поэтому очень мало лекций. Это, видите, это реальность. А вот клиника, которую я представлю, вот видите, вот какие диагнозы. Все пришли с этой энцефалопатией, а реальные болезни. Я буду говорить только об одной. Болезнь Альцгеймера, иногда в сочетании сосудистой патологии, да, часто. Чисто сосудистая патология, это редко. Есть еще лобно-височная деменция с тельцами Леви и ряд других. Я позволю на них не останавливаться. Есть Крейцфельд якобы и так далее, но это... Видите, у нас сейчас лежит пациентка, да, скорее это, но это же один на миллион случаев, это редчайшие вещи. Вот в свое время Генрих Шмидт предложил, это было 50 лет назад гениально, поставить сосудистую патологию на ранней стадии, но в настоящее время это, конечно, не так. Поэтому, знаете, на многих платформах выступаю, что это несуществующий диагноз, дистрокуляторная энцефалопатия, хроническая ишемия мозга. А у нас он кодируется. Сумасшедшее количество пациентов. Я даже, знаете, у нас периодически, вот мы сейчас проводим нашу конференцию, а параллельно где-то проводят конференцию по хронической ишемии мозга. И говорят, что так, замечательно, и будем назначать с этим диагнозом одно из лекарственных средств. Когда у меня была возможность провести российско-швейцарский симпозиум, я Клаудио Бассетти, это сейчас президент Европейской академии неврологии, все ему рассказал, объяснил и сказал: Клаудио, когда я буду говорить об этом, а там было много народу, вы покажите, как часто вы, как ведущий невролог Швейцарии, ставите диагноз хронической ишемии мозга. Он всем показал. Всем. Ноль. Не ставлю. Знаете, это вот видите, это реальность наша, потому что вот мы будем говорить о болезни Альцгеймера. Она пропускается. Пропускается первичная головная боль, пропускается головокружение, пропускается эмоциональное расстройство. Видите, как удобно. Поставить все у тебя от сосудов, еще посмотреть сосуды, а вот у любого здесь из присутствующих, даже у молодых, в сосудах тоже можно найти. Последний вот, пациент, который у меня был, 34 года, он правда думает, что у него сосуды. Ему провели какие-то пробы и сказали, что у него какая-то не такая циркуляция. Мне это смешно, но человек, видите, ему потребовалась консультация профессора, чтобы... Да, в 30 лет сосуды могут быть, но это же очень редко. Есть вон расслоение, есть реальные болезни, но они... А вот под этим, видите, это целая проблема вот в той отрасли, которую я представляю, в том направлении медицины. И самое главное, видите, как этих пациентов ведут. Курсами или постоянно назначают вот эти лекарственные средства. Поддержать мозг, улучшить его. Реальный подход. Ну, первое, мы должны разобраться, болезнь Альцгеймера, что-либо другое. Естественно, избежать развития инсульта лекарственными и нелекарственными методами. И правда, есть небольшое количество лекарственных средств, которые улучшают когнитивные функции. Их уровень доказательности абсолютно разный. Отчасти из них я расскажу. Ну и, конечно, вопрос, как не поглупеть? Есть неизменяемые, чем ты старше, да? Есть наследственность. К сожалению, у прекрасного пола больше вероятность поглупеть, но это уже другой вопрос, не настолько сильный. И, конечно, это инсульт. Инсульт ассоциируется с выраженными когнитивными нарушениями, поэтому предупреждение: гипертония, сахарный диабет, избыточный вес. Конечно, черепно-мозговая травма – это красиво, но она не способствует, да, повышению интеллекта. Курение, вы знаете, здесь оно не вынесено, но, по крайней мере, это не антифактор когнитивных нарушений. Ну и вот то, что менее, как говорится, известно, вы знаете, здесь, вот, а чисто терапевтическую, если человек начинает глупеть, пожалуйста, высокий уровень гомоцистеина, да, высокое снижение витамина В12, банальность, да, о которой можно обсуждать. И вот сейчас видите, какие вот лекарственные средства продвигаются, они, к сожалению, сейчас понятно, мы же с Павлом Андреевичем говорим, в какой-то степени не так активно что-то продвигает, но самое интересное, что если у человека снижена, да, концентрация витамина В12, В6, повышен гомоцистеин, нормализация вот этих показателей может существенно улучшить когнитивную функцию. Вот у меня был один случай, я смотрел пациентку, я предположил болезнь Альцгеймера. Когда я подошел, болезни Альцгеймера нет. Что получилось? Нормализовали содержание витаминов. Она не питалась. Но, знаете, есть часть пожилых людей, которые себе отказывают, но во многом. Просто это элементарный фактор часто, не говоря уж об этом. И вот видите, серьезные здесь есть анализы, которые показывают, что несомненно. Это один, вот я для терапевтов говорю, из тех факторов, который может быть скоррегирован.
как естественно, да, почечные, печеночные, вы видели, да, расстройства, ясно, чем они лучше корректируются, тем лучше. Ну и поэтому вот дальше реальный пациент, который пришел ко мне, есть болезнь Альцгеймера с ранним дебютом, это до 65 лет, это примерно 10%. 90% это с поздним дебютом. И вот такой пик от 65 где-то до 80 лет. После 80, видите, немножечко так вот, частота где-то снижается. То есть это уже несколько другой аспект. А этот пациент 57 лет. Видите. Жалобы то, что плохо память, привел сын. Практически здоров. Но наблюдается вот с тем диагнозом в поликлинике, который, видите. Ну, дальше просто демонстрация того, как был поставлен диагноз. Первое, я просто спрашиваю анамнез. Оказывается, у него по материнской линии, да? И видите, 70 лет, прогрессирующая слабоумие, и в 77 лет, к сожалению. А пациент часто забывает. Вот он, профессиональный водитель, у него все хорошо, он забывает заказы. Хотя у него еще, понимаете, на планшете там есть своя хитрость, да, понимаете, где и как. Он иногда забывает вот элементарные вещи. Дальше, видите, вот смысл, да, обследования этого пациента. Вот если только по краткой шкале, почти норма, а запоминание слов. Это простые слова, там, кузнечик, грузовик, блюдце, лимонад, кинотеатр. Вот, так, да? Вот, да. Дальше он вроде бы все запомнил, с подсказкой запомнил. Отвлекается другими тестами, видите, у него они абсолютно нормальные. И через минуту я его спрашиваю, какие слова я просил вас запомнить. И все. И на слово «насекомое» для него что кузнечик, что стрекоза. Вот бывает это не всегда так ярко, но вот у него это было ярко. Дальше вы видите, конечно, эта томограмма, вот я вам говорил, вот этот коронарный срез, конечно, уже в 57 лет, с 50 лет может быть атрофия, но она не должна быть такая в 57 лет. Ну и дальше, конечно, это соматическое обследование, у него все нормальные показатели, у него нормальный уровень витамина В12, у меня нет особых сомнений, да, здесь даже без биологических маркеров мы ставим диагноз, да, вероятная болезнь Альцгеймера. И во всем мире этого достаточно, чтобы поставить диагноз и начать лечение, которое... И видите, вот я всегда беседую с другими специалистами. Естественно, у нас просто, да, денег на это не выделяется. И вопрос, а в некоторых странах вот, врачи, которые занимаются, они проанализировали всю эту ситуацию и доказали, что, в принципе, вот, экономическое вложение в эту отрасль, да, дает результаты, сопоставимые со многими онкологическими заболеваниями. Да, это кажется безнадежно и так далее, но вот здесь поддержание, введение этих пациентов, уменьшение нагрузку на ближайших родственников приводит к тому, что это стоит денег, понимаете? Даже имеется, не говоря уже о гуманистических аспектах, это стоит вложения. И в завершении, конечно, вопрос, да, что делать? Вопросы терапии. Ну, первое, мы, конечно, начинаем на той стадии. Да, умеренная стадия. Да. Человек чувствует, что немножечко сдал. Да. Что не так, цепко соображает и так далее. Это подтверждается тестами. Это самая частая, да, клиническая ситуация. Значит, первое – это выявление, коррекция модифицируемых факторов. Какие? Гипертония. Да. Сахарный диабет? Несомненно. Все другое – дефицит витаминов. Да, вот все, что мы с вами обсуждали. И следующее – это громадное значение исключения, да, препаратов, ухудшающих когнитивные функции. Анксиолитики, антипсихотики – это ужасно. Вот в свое время феназепам был у нас популярный, безрецептурный. И огромное количество людей на феназепаме. Но он же... Бензодиазепины, они плохо действуют на головной мозг. Поэтому очень часто, вот я сам как врач, что-то меняешь, уже становится лучше. И вот это основа. Если все это сделать, можно... Знаете, да, привести к тому, что будет замедлено. Ну и, конечно, вот, регулярные физические нагрузки, умственные нагрузки и когнитивный тренинг. Когнитивный тренинг – это, да, определенное направление. Мне очень приятно, что вот врачи, которые у нас специализируются, они это знают. Но видите, ведь подобрать надо то, что человеку нравится. Нравится судоку, зеленый свет. Кроссворды с болезнью Альцгеймера иногда сложно погадать. Тут надо подобрать то, что может, да, быть интересно конкретному, да, пациенту. Теперь международные рекомендации. Лекарственные средства. Ингибитор ацетилхолиностеразы и мемантин для улучшения когнитивных и некогнитивных функций. Вот если это есть. Что здесь можно сказать? Считается, что гибнут клетки, которые ответственны, ядро Мейнерта, которые ответственны за ацетилхолин, его меньше.
И вот эти ингибиторы все-таки, да, компенсируют недостаток ацетилхолина в головном мозге. Это лидеры. У нас есть донепезил, вот, галантамин, ривостигмин, есть пластыри. Да, это то, что мы назначаем, но это на стадии деменции. Актинол, мемантин, эксайт-токсичность. Да, конечно, препарат назначается. Он может быть более эффективен на выраженной стадии деменции. Вот видите, если говорить, в принципе, да, комбинация двух препаратов возможна, но еще до всех подорожаний это было 6 тысяч рублей в месяц, согласитесь. Это не дешево. Вот один из этих препаратов около 3 тысяч рублей. Да, можно выписать, но это всегда с этим есть проблемы. Да, они улучшают когнитивные функции. Ну и, конечно, вот на всех стадиях эта когнитивная стимуляция, реабилитация имеет громадное значение. Активное участие вот в социальной бытовой сфере. Громадное значение имеет. Вот это рекомендации. Дальше вы говорите вот из лекарственных средств. Я сейчас, ну, естественно, хотелось, да, ингибиторы это и актинол, и мемантин хорошо знают. Но вот применение витаминов и существует кохрановский обзор. Если, вы понимаете, мы находим, что есть снижение витаминов группы В, есть, да, повышение гомоцистеина, то метаанализы показывают, да, что это может улучшить когнитивные функции. Замедлит это болезнь Альцгеймера? Не знаю. Но, по крайней мере, это, видите, перспектива, которую мы делаем. Вот пример мой. Собственно, часть пациентов удалось помочь, несомненно. Но вот, опять же, существует метаанализ, который есть, который показывает, что да, есть дефицитарные состояния, они встречаются часто. Мы можем помочь. Вот даже, видите, в настоящее время специально, да, Инкерман, ну, вот, продвигает, да, препарат, который принимается всего один раз в сутки. Внутрь. Потому что показано, что прием вот внутрь, он вот именно при этих когнитивных нарушениях не уступает, да, той терапии, которая, например, необходима при мегалобластной анемии, да, дефиците витамина В12 и изменения со стороны крови. Это допустимо. Ну и, наконец, может быть, одно из самых интересных, вы видите, это вот современный подход. Что предполагается? Вот здесь, да, извините за англоязычный слайд, но он очень красивый. Первое, значит, вот воздействие на накопление бета-амилоида, да. И поэтому вот здесь разработки основные, которые попытка что-либо сделать. Дальше все это контроль факторов риска. И далее на более поздних стадиях это, по сути дела, да, социальные и психологические функции. Ну, вот первые, вот лекарства, да, адуканумаб, да, впервые, ну, по сути, полгода назад зарегистрирован в Северной Америке. Для пациентов с умеренным когнитивным нарушением или легкой деменцией. Это человеческий иммуноглобулин, да, моноклональное антитело, которое нарушает образование бета-амилоида в головном мозге. Было много попыток, это единственное, что в какой-то степени дало положительный результат. И вот далее еще гантенорумаб активнейшим образом обсуждается, и сейчас идут 3 крупнейших исследования вот с этим препаратом. Поэтому, видите, вот, не знаю, как дальше будет, вот это, да, идея, как же, знаете, да, мы можем, да, диагностировать, это перспектива. Конечно, мне задают вопрос, у нас многое чего нет, но тем не менее, вот видите, да, скрининг на самой ранней стадии, мы предполагаем, что вот на основе нейропсихологического исследования. Дальше, если мы смотрим все-таки на уровни биологических маркеров на самых ранних стадиях, мы можем у человека, который немножечко сдал, провести исследование, находим снижение, да, например, бета-амилоида в цереброспинальной жидкости, значит, он накапливается в головном мозге, и ряд других показателей, значит, с высочайшей вероятностью это, да, болезнь Альцгеймера. И тогда воздействовать вот этой таргетной терапией. Вот когда-то я приводил эти схемы и говорил, ничего нет, ответьте. Впервые зарегистрировано средство. Потому что у нас были пациенты, мы в этом участвовали. Вот где-то вот примерно так на лекции мы показывали, ну, для студентов пациента, которому это все было назначено, у него это прекратилось. Вот у нас такие наблюдения есть. Мы не знали сначала, пустышка или реальное лекарство. Но когда увидели, да, что у человека все остановилось, да. Ну, конечно, это пока, видите, в рамках исследований. Кто-то получил, вы мне скажете, а можно ли это? Тем не менее, где-то вот, видите, это разрабатывается, это перспектива. Я думаю, на обществе терапевтов мы должны говорить о перспективах. Вот перспективы, да, на ранней стадии, да, определить,
Если есть все-таки эти изменения, вероятность болезни Альцгеймера очень высокая, и тогда вот антитаргетная терапия. Это менее известно, что, когда я, конечно, спрашиваю, верят студентов, как вы думаете, существуют вакцины против слабоумия? Ну, смеются студенты, вы знаете, сейчас против ковида, это же против гриппа, это, я не знаю, Павел Андреевич, сколько уже лекций прочитал. А против слабоумия? Знаете, здесь, что самое интересное здесь? Количество средств, которых вложено, громадно. Количество исследований. Но здесь-то ведь, понимаете, не в экстренной ситуации все это делалось. Это длительные наблюдения. К сожалению, есть осложнения. Он не откладывается в мозге, амилоид начинает откладываться в других местах, и есть осложнения. Там, может быть, работает он и неплохо, но количество осложнений часто очень такое высокое. Но, тем не менее, видите, это может быть, видите, реальность. Может быть, мы это будем использовать в клинической практике, но вот такая перспектива представляется интересной. Вы скажете вопрос, а если этого нет, что есть? Номер один. Вот в тех центрах европейских, в которых мне посчастливилось быть, первое, что вот у человека он начинает немножечко глупить, обсуждаются с ним, как он будет больше двигаться. Но первые люди не любят, нет. Вот конкретное обсуждение с пациентом может привести к тому, что двигательная активность улучшается. Это есть специальные специалисты. Просто сказать, вам надо больше двигаться, чепуха. Это надо конкретно обсудить, где и как человек готов двигаться. И это работает, понимаете. Первое, самое считается, что эффективно. Увеличить, естественно, если навыки нет, постепенно, чтобы не было ни повреждений суставов, ни спины, но это вот одно из самых, да, эффективных. И, по-видимому, на стадии легких, умеренных расстройств это работает. Дальше самое главное – не курить. Потому что высочайный риск инсульта, инфаркта миокарда – это ассоциируется с гипоксией. Это вот вторая по значимости, если человек, да. У нас есть, конечно, многие любимые, да, шоумены, как вот Александр Невзоров говорит, что я курил, курю и буду курить, потому что я защищаю себя от болезни Альцгеймера. Это полнейшее, да, несостоятельность. Многие люди, которые курят, они просто не доживают до того возраста, когда развивается болезнь Альцгеймера. Понял? Почему там некоторые вот эпидемиологические обследования такое показывают? Даже если есть, конечно, мы это рекомендуем. Дальше видите профилактика инсульта. Большое количество препаратов. Если инсульта не было, это только антигипертензивные средства. И если кровоизлияние в мозг, только антигипертензивные. Если ишемический инсульт, это будет антитромботическая терапия. Это могут быть антикоагулянты, части статинов, у небольшой части может быть хирургическое вмешательство на сонных артериях, у небольшой части. Ну, видите, я картину. Пожилой человек освоил, да, гаджет, это вы понимаете, вот вид, это в интернете картиночка, она мне очень нравится, тоже самое. Вот, наверное, когда мы общаемся с пожилыми людьми, видите, да, ведь многие как говорят, да не нравятся мне эти, да, гаджеты. Что у этих самых? Вот слово «не нравится», но... И с другой стороны, видите, я вижу огромное количество людей, очень пожилых, у которых есть такие крутые гаджеты, что это жизнь, мы от этого никуда не уйдем здесь. Поэтому, конечно, умственная активность, самая лучшая эта работа, это дальше, видите, что именно подобрать. Вот есть здесь, видите, есть специалисты, да. Вот у нас было московское долголетие, сейчас оно продолжается, благо, чтобы оно было. Самое разнообразное, ведь форма общения, это было, остается очень важно. Вот в Швейцарии мне посчастливилось быть в одном из таких. У людей, вы знаете, вот у которых есть эти расстройства, у них, вы понимаете, включая до танцпола, все это есть, это действует. Но вопрос, кому что нравится. Поэтому, да, нужны все формы активности, которые есть. Это правда работает. Это... И, в принципе, реально, вот у меня есть пациенты, есть их дети, мы с ними обсуждаем, и части реально можно помочь. Ну, конечно, контроль артериального давления. Сумасшедшая ведь вещь. Вот многие считают, и всех направлений терапии, что эффективно предупреждает снижение когнитивной функции. Достижение нормального артериального давления. Самое эффективное вот из... направление. И, наконец, да, что не назначать? Вот видите, это небольшая страна, в которой проанализированы пациенты. Ведь в чем особенность психиатров? Они очень любят назначать антипсихотические средства. Они бывают первого, бывают второго поколения. Вот смотрите, да, это вот группа пациентов, которые не принимают, видите. А вот те, которые принимают современные антипсихотики, а вот, не дай бог, те, которые принимают старые антипсихотики. Поэтому убедительнейшее не назначать антипсихотики. Это бывает сложно.
Если назначать кратковременно, назначать современно. Вот собственный пример о том, что пациент оказался на психиатрической больнице, назначили антипсихотики, и после этого родственники его не узнали. Он отброшен. Все наши иногда усилия, да, уходят на него. Окажется, ведь даже вот эти, вроде бы, там же редко, но бывают элементы бреда и так далее. Если есть возможность вот это контролировать, не антипсихотиками, это замечательно. Ну и, наконец, вот я завершаю это исследование Фингера, это исследование Финляндии, которое было проведено. Пожилые люди уже вот с начальными изменениями, вот у них контролировали все, что мы обсуждаем. Это диета, увеличение физической активности, контролировали все факторы риска. И в одной группе это сказали однократно, а в другой группе мониторировали эту. И посмотрели, через 2 года оказались когнитивные функции были существенно лучше в той группе, которую мониторировали. Самое известное исследование, когда говорят вот о профилактике когнитивных нарушений, всегда его используют. Это мой завершающий слайд. Я ровно в 40 минут уложился. В принципе, что одно мы можем пожелать людям, это, конечно, активная умственная деятельность, регулярная физическая активность и контроль сосудистых факторов риска. То, что вот терапевты, да, если они поддерживают на уровне, нормальный уровень глюкозы, нормальный уровень артериального давления, корректируют все остальное, включая витамины, они, несомненно, да, помогают пациенту. Спасибо, уважаемые коллеги. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо. Если так. Спасибо большое. Друзья, вопросы? Так. А, есть, да? Нет, там все как-то это самое. Нет изображения? Нет, это все без вопросов. Нет вопросов? Всем все понятно? Ну, я мог сам себе вопросы задать, но я не буду. Хорошо. Сейчас у меня такой вопрос. Есть ли какая-то связь с инфекциями? Ой, ну вы понимаете, конечно. Ведь, во-первых, вот это один из провоцирующих факторов. Ну, во-первых, есть, собственно, нейротропные инфекции, от которых можно поглупеть. Да? Понимаете? Сифилис, ВИЧ, вы понимаете, ну я же не говорю, вирусы, иммунодефицит человека, а что там умирают в молодом возрасте? Да? Я это неоднократно видел, но это одно из направлений. Да? Не будем это обсуждать. Ни сифилис, ни ВИЧ, это понятно. Да? Туберкулез в той или иной степени. Есть энцефалиты. Герпетические и так далее. Вот есть группа, да. Если вы спросите в отношении гриппа, да. Если это развивается энцефалит, а это бывает не так часто, да. Есть группа, да, осложнений коронавирусной инфекции, которые приводят к поражению мозга. Но это примерно менее 1%. Кто говорит менее 1%, кто менее 0,1%. То есть это постковидный синдром, понимаете. Что в нем? Может быть, циркулирует вирус, повреждает нейроны. Это пока никто не доказал. Я вижу огромное количество пациентов, которые говорят, после ковида поглупел. Ну, по-простому. Так что тут могут быть, какие варианты более конкретно? Уже до этого что-то была болезнь Альцгеймера, которая усилилась вследствие гипоксии, гиподинамии, другие болезни. Тогда уточню про ковид, что есть больные с Альцгеймером, у которых был ковид? Конечно. Есть, кто его перенес. Огромное количество пациентов с болезнью Альцгеймера умерло, но есть те, кто и выжил. Ну, от ковида в основном, конечно, выживают. Понятно. Хорошо. Нет, от чего умирают, я просто уже не говорил некоторые вещи, все сказать. Пациенты с болезнью Альцгеймера от присоединившихся инфекций, будь то грипп, ОРВИ, ковид, это они от этого умирают, от пневмонии, от уроинфекции, это же мочевая инфекция. Понятно. Так, там появились вопросы, как влияет кофе на умственные способности. В принципе, 2-3 чашки считаются абсолютно ничего плохого не делают, повышают настроение и так далее. Злоупотребление кофе, как Анри де Бальзак, он говорит, до 50 чашек кофе выпивал. Ходил по Парижу и везде, где мог, выпивал такое количество. Но это в большей степени, да, на сердце будет хуже влиять, чем на мозг. Что вы говорите? А как? Да, ну, небольшого, ну, вы поймите. Ну, конечно, да. Вы поймите, обычно мы все-таки, если 100 миллилитров, вот 2-3 чашечки. Вы же спросите, какой кофе? Значит. А, я вам расскажу, значит, я когда-то перед землетрясением в Армении попал в институт теперь Микеляна, и меня водили по отделениям московского гостя. В первом отделении предложили чашечку кофе, я, естественно,
во втором тоже чашечку кофе, а в третьем я понял, чашечки маленькие, вот такие вот. Я понял, что третья пойдет куда-то не туда, потому что у меня началась такая тахикардия. Почему? Потому что армяне, во-первых, это все жарят, во-вторых, они, большая часть этой чашки, это, собственно, кофе и чуть-чуть воды. Поэтому по объему я бы не стал. Ну, по концентрации, да. Ну, по сути дела, все хорошо знают, вот если надо работать, не надо заснуть. Вы поняли меня? Что? Ну, все же живут на кофе. Что говорит? В принципе, если это однократно и не так много, а почему нет? Ну, простите меня. Болезнь Альцгеймера от этого не будет точно, от кофе. Мы ушли немножко в сторону, да. Но я напомню, что кофе действует всего 30 минут. Через 30 минут оно разлагается, появляется снотворный эффект. И поэтому дальнобойщики, которые это знают, они кофе никогда не пьют на бензоколонках, потому что все аварии с дальнобойщиками через 30 минут после бензоколонки, они начинают засыпать. Вот, так, место препарата типа Церепро. Нет, ну это холин-альфа-сцерат, вы понимаете. Холин-альфа-сцерат считается дополнительным препаратом к ингибиторам ацетилхолиностераза. Вот в дополнение есть такие исследования, чисто менее известные, на уровне умеренных когнитивных нарушений. Но это одно из тех лекарственных средств, которые зарегистрированы в нашей стране. По-видимому, когнитивные функции улучшат, но так кардинальных вещей особо не сделают. Какое соотношение разных видов амилоидов? Вот есть растворимый амилоид. Он какой-нибудь имеет соотношение? Нет, к сожалению, вы знаете, вот есть, но мы знаем, транстеретиновые, другие амилоидозы. Да, которые есть изучают амилоиды, которые в крови плавают. В этом плане отношения вот к церебральному они не имеют. Не имеют, точно. Нет, да. И это, к сожалению, знаете, вот методики. Есть ли методики, которые могут в крови показать вот это, да, нет. Убедительно пока нет. Это разрабатывается, чтобы вот найти, понимаете, да, те изменения. Потом в основном цереброспинальные жидкости. Потому что сам бета-амилоид цереброспинальной жидкости снижается, он идет в мозг. Ну, откуда он берется в мозгу? Нет, ну, конечно, он берет из крови. Из крови. Да, просто страдают, понимаете, у нормальный процесс, ведь он должен быть, ведь в той или иной степени амилоид есть у всех людей. А вот почему возникает вот это патологическое накопление, накопление бляшек, ну, до конца не знаем. Там это еще это и кальциевая теория и так далее. Вопрос я это задаю, да. Откуда он берется? Есть вещи, вы понимаете, это вот то, что схватили, поймали, а может быть этому чему-то предшествует, есть какая-то еще поломка. И потому что, ведь видите, результаты не такие уж ошеломляющие. И вот антиамилоидные, антитау-терапии. И предполагают, что вот есть сейчас исследование и попытка воздействия на другие возможные механизмы, через которые вот этот каскад запускается. Любовь Сергеевна Краснова спросила в отношении антикоагулянтов. Нет попыток использования антикоагулянтов? Нет точки приложения? В каких случаях? Ну, например, вот пациента, например, секундочку, да? Пароксизмальная фибрилляция. Нет, это понятно. А так при самом Альцгеймере нет, да? Нет, я понял, но вот вы мне говорите, нет, это если только вы начнете. По крайней мере. Нет, нет исследований. Просто обоснование, видите, как? Мне неизвестно, нет. Понимаете, есть попытка. Вот антигипертензивная терапия, понятно. Была, как говорится, остается. Статины там сложные вещи, да? В отношении вот антитромбоцитарных средств, ну, вы знаете, здесь такой антикоагулянт. Еще вопросы? Нет вопросов. Ну, тогда я позволю себе в заключение несколько слов сказать. Да, пожалуйста. Ну, во-первых, начнем с того, что мы не первый раз слушаем эту тему, и каждый раз она обрастается новыми и новыми подробностями. И главное, может быть, во всем этом сегодняшнем изложении – это то, что появилась, наконец, надежда, что есть препарат, ну, грубо говоря, прямого действия, который может влиять на уже образовавшиеся бляшки. Это принципиально. Второе, что я бы хотел отметить, просто то, что произошло за это время, связанное с ковидом, ни на чем не настаивая абсолютно, но тем не менее. Мы видим, что при ковиде основной эффект, который происходит, это нарушение микроциркуляции. Это тромбоваскулит, преимущественно нервной ткани, очень часто с поражением головного мозга, различных центров, которые мы наблюдаем.
И мы увидели несколько эффектов совершенно неожиданных. Ну, первое – это регуляция артериального давления. Мы вдруг увидели, что артериальное давление при ковиде ведет совершенно себя не по-человечески. Огромные цифры уходят из-под контроля. Из-за обычной гипертонии вдруг уходит из-под контроля, достигая цифр 300 миллиметров ртутного столба. И треть больных гипотония. И все это лечится антикоагулянтами. То есть антикоагулянт, конечно, не обладает никаким действием на давление, это понятно, но они могут улучшать микроциркуляцию в центрах регуляции артериального давления, и, соответственно, оно снижается. Это мы видим, таких больных много, мы их описываем, это не то, что какие-то эксквизитные случаи. Второе, что связано с микроциркуляцией, это, я уже, по-моему, здесь это озвучивал, еще раз скажу, что есть работа из Притории, из Южной Африки, о том, что в составе длительно циркулирующих микротромбов при постковидном синдроме находится растворимый амилоид. Причем эти тромбы, длительно циркулирующие, я специально подчеркиваю, что это не просто тромб там образовался, разрушился, они очень плохо поддаются лизису. И если эти тромбы накапливаются в микроциркуляции, а они именно там должны накапливаться, потому что они микро, другого места для них нет, то не исключен фагоцитоз того, что в них накопилось. И так же, как это известно при атеросклерозе, да, фагоцитоз переводит вещество из кровотока в ткань. Я не настаиваю, не утверждаю, но тем не менее, подумать на эту тему стоит. Потому что если мы говорим о том, что различные инфекции, которые не имеют прямого воздействия на мозговые ткани, сопровождаются повышением частоты нарушения когнитивных функций, здесь Лайма был представлен, да, если я правильно помню, в перечислении, в том числе Лайма, болезнь Лайма, боррелиоз. Да, боррелиоз и постковидный синдром, постлаймовый постковидный синдром – это близнецы-братья. Просто они совершенно одинаково себя ведут. Просто раньше мы этого не видели, не выделяли, многие врачи не обращали на это внимания. Мы с Лайма пока дел не имели, хотя больных таких я видел, постлаймовый синдром, я имею в виду не острый Лайм, но тем не менее такое направление нужно обсуждать. Кроме того, я напомню, что коронавирус вообще достигал всегда, во все времена, 10% от всех вирусных инфекций, которые проходят под маркой гриппа. Там никто никогда же не ставил диагноз, да? Но если определяли, то 10% это был коронавирус. Это не SARS-CoV-19, это другие виды коронавируса. Но я не думаю, что они принципиально по-другому себя ведут. А это значит, что постковидный синдром мог быть и раньше. Просто мы на него не обращали внимания. Он же отсрочен от инфекции, отсрочен довольно далеко, на 2-3 месяца иногда. И кто будет спрашивать, чем вы болели 3 месяца назад, и обращать на это внимание. Я напомню, что из классических таких постинфекционных синдромов это Гиен-Барре, да, известный, который возникает спустя 2-3 недели после гриппа. Вот здесь вот 2-3 недели мы можем еще запомнить, что это как-то связано. Грипп – условный грипп, да, потому что любая инфекция. Это мы можем еще как-то отметить, заметить, и мы знаем, что это связано. Мы понимаем, что там есть какие-то антитела, иммунный комплекс, который повреждает нервные ткани и так далее, и так далее. А если это отсрочено на более длительный срок, мы не замечаем этого. И только сейчас, впервые, может быть, мы ретроспективно начали на это обращать внимание, замечать и смотреть, что будет. И поэтому, конечно, страшно интересно посмотреть, что будет с Альцгеймером в принципе. Будет ли вспышка, например, Альцгеймера. Насколько мне известно, я могу ошибаться, но те работы, которые я видел, нет вспышки рассеянного склероза. Много раз на эту тему смотрели, рассеянный склероз не увеличился по частоте у больных, перенесших ковид. То есть это явно не связанные между собой вещи. А то, что у больных в постковидном синдроме у половины нарушаются когнитивные функции, ну половина условно, я так это для красного словца, но у очень многих нарушаются когнитивные функции, из которых они очень долго выходят, иногда месяцами, иногда полгода.
на антикоагулянтах. Мы их ведем, мы, так сказать, мониторируем эту ситуацию. Но это факт. Это факт. При этом нарушается и зрение, и слух, и головокружение бывает, и иногда бывает головная боль. Там масса всяких симптомов, которые характеризуют повреждение, ну, очень, в общем говоря, нервной ткани. Это вот, ну, не знаю, задел на будущее, что ли. Надо за этим последить, посмотреть. Может быть, что-то из этого вылезет. И еще одно, что мы уже как-то обсуждали с Владимиром Анатольевичем, это ранняя диагностика с применением цифровых технологий. Мы разработали, на самом деле, опросник по раннему выявлению. Ну, раннее выявление – это предположительный диагноз, да, то есть если мы говорим о скрининге, то цифровые технологии для скрининга, в принципе, были бы очень удобны, потому что они позволяют большое количество людей охватить за очень маленькие деньги. Вот. Опросник этот был разработан, но, к сожалению, мы его так и не опробировали, мы как раз под ковид попали с ним, и он так у нас остался брошенный. Мне кажется, что это тоже было бы очень интересно, я, опять же, не настаиваю прямо на немедленном его, на немедленной его апробации, но, в принципе, мне кажется, что это было бы интересно, потому что, ну, как минимум, вот по ковиду, по постковиду мы показали очень высокую эффективность дистанционных технологий, очень высокую эффективность по выявлению. Ну, при ковиде, я уже много раз произносил здесь, у нас эффективность выявления 89,5%. Гораздо выше, чем любые ПЦРы или антитела, антигены. 89,5%. Как проверили? Очень просто. Мы взяли больных, у которых есть доказанный ПЦРом или антителами ковид, и посмотрели их симптомы. Совпадение 89%. То есть это очень высокое совпадение только по сбору анамнеза и жалоб. Недавно вычитал у Владимира Иосифовича, про которого я уже рассказывал, историка о том, что, оказывается, Образцов страдал выявлением анамнеза. Я этого не знал, это из серии анекдотов, но, оказывается, он допрашивал больного 2,5 часа про жалобы и семейный анамнез. И про него ходил анекдот, что пока он спрашивает больного, больной уже помер. Мы, конечно, делаем примерно то же самое, но с помощью современных цифровых технологий. Наша технология, она занимает там 1,5-2 минуты, а совсем не 2,5 часа. Вот, но, тем не менее, как видим, мы возвращаемся к некоторым истокам, нашим традициям, просто на совершенно новом уровне. Это здорово, мы никуда не уходим от классической медицины, просто еще раз повторяю, у нас новые методические возможности, которых раньше не существовало. Да, мы прошли этап сбора анамнеза персонально, перешли на различные метрики, на различные опросники. Сейчас это все переходит в цифру. И хотим мы того или нет, мы-то хотим, конечно, это все надо к цифре приспосабливать. Потому что цифра сейчас позволяет это все диссеминировать, распространить, уйти, кстати говоря, от малограмотных врачей, потому что прямо от больного это может передаваться высоким профессионалам, которые могут оценивать эту ситуацию, так как мы это делаем, скажем, в нашем медицинском бюро, когда больные проходят опросник, потом они работают уже с профессиональным врачом. Вот. Ну и тут какой-то вопрос непонятный, не было ни одного контроля. Ладно, поедем по МНО, они там страдают, что ли, да? Все было, да? Вот. В заключение я хочу поблагодарить еще раз выступающего за это сообщение. Мы держим руку на пульсе. Я считаю, наше общество терапевтическое держит руку на пульсе этой патологии. Я хочу напомнить, что когда мы начали заниматься гериатрией в самом начале 90-х годов, мы выяснили, что болезни Альцгеймера в России просто нет. Ее просто не существует де-факто. Мы пытались найти каких-то людей, кто бы это вообще видел, знал. Нам говорят, да нет, ну какая болезнь? Да что вы, ну что у нас? Это американские выдумки. Сейчас мы видим, что, конечно, выдумки не совсем выдумки, но процент поставленного диагноза как был крайне низкий, так и остается. И задача общества в том числе состоит в том, чтобы распространять эти знания и привлекать врачей к этому, к ранней диагностике, и пытаться
своевременно отправлять больных на специальные исследования, которые позволяют, мы в этом все уверены, насколько я понимаю, может, я что-нибудь неправильно, что методы банальных физических и психических нагрузок, нормальные, позволяют отсрочить развитие реальных когнитивных нарушений и дать человеку длительное время пожить нормально, а не за там, пару лет, как это бывает иногда, скатиться в полную инвалидность и стать обузой для всех родственников. Спасибо большое. Я думаю, что мы будем еще встречаться.